Этот раз я встал на песке. Слава богу, никого нету. Я встал там, где хотел, ну точнее, где я все время стою. Паша уже, с Пашей мы уже встретились. Он пошел в свои любимые кущери за трофеями. А я останусь здесь, на песочке. В общем, он вчера сидел до скольки? До 3, по-моему. Да, до 3 часов. Поймал еще 3 штуки. А, ну, двух мелких и один там, может быть, 1300-1400 где-то, да? Ну, средненький. А друг его, вот, который там тоже приходил, поймал, по-моему, одного. Ну, мелкого тоже там, килограмм, кило 100 в этих пределах. Вон они, уточки полетели. Ай, хорошо идут, хорошо. Сегодня хорошая зорька. Налет за налетом. Сначала одна утка пролетела. Думаю, странно, вроде на мою-то не похоже. Потом вот сейчас еще там две пролетели туда, да? И вот прям буквально недавно, может быть, вот пару секунд назад, именно мои родные пролетели, тут вот кружок сделали, посмотрели, что я на месте стою, все у меня нормально, правда, пока поклевки нету, и сделали круг, и туда дальше полетели. Ну, опять вот этот, все какие-то новые люди приезжают непонятные, ну, слава богу, что они не у меня здесь становятся, да, а туда, к Паше, в кущери уходят. Пускай там все нахер пообрывают, да и все. Главное, чтобы мне никто не мешал. Сегодня по уткам какое-то сумасшествие. Я такого лета не видел, ну, очень давно. Вот уток просто вот ту его тучу летает и летает. Прям туда-сюда. Парами, ну, чувствуется, что весна. Скоро у них утята, похоже, будут. Этот, утки, главное, летают. Душман, как те дельфины из воды, выходит, выпрыгивает. А у меня поклевки нет. Сносит их, как, ну, вообще, ну, нереально. Вот что значит, ну, главное, в одной паре держит этот воду, да. Ну, текуха нереальная. То ли на контрасте, потому что я вчера там в этих кущерях сидел. Там, куда он упал груз, да, ну, там чуть на метр его, может, снесет. Он зацепится. Ой, мне. И все, и стоит, короче, на месте. Здесь бросил. Он от него и потащил, и потащил. Что за фигня такая, непонятно. Вчера, кстати, тоже пошел в этот магазин за хлебом. Все нормально, купил хлеба нормального, какого хотел. И думаю, что-то я забыл. Уже домой пришел, думаю, что-то не то. Начал, ну, резать этот хлеб. Блин, а у меня этот чесночок-то кончился. Один из моих, как говорится, ингредиентов. Пришлось в старый, короче. Я его вчера корочку не выбрасывал. В старую корочку покидал. Ну, вроде запашок есть, но, конечно, не тот. Свежачка бы туда давануть. Вот это был цимус. Но пока сижу. Без поклевки. В общем, сейчас позвонил мне Паша. Ничего у них там тоже не клюет. Ни у Паши, ни у его соседа. Но, правда, я теперь тоже уже не в одиночестве сижу, несмотря ни на что. У меня здесь тоже вон гости. Не знаю, как этих их называют, этих. Душманчики пришли. Ну, посмотрим, что там дальше будет. Но эти парни уже приходили. Они опять приехали там на десятки, на девятки. Ну все, с каждым разом сейчас будет людей все больше, больше и больше. В общем, не клюет у меня. Я уж начал и чаще перебрасывать. И нифига. Ну, в общем, тут изгаляйся, не изгаляйся. Если она не клюет, то она не клюет. У Паши такая же история в кущерях. У этих, у душманистов, которые вот рядом со мной там стоят. У них тоже, короче, не поклевки, ничего. Но они там вообще прикармливают капитально эту рыбу. Сейчас посмотрел по прогнозу, ну такой по часовой, на гисметео. С утра, в общем, короче, скакануло давление вверх
на 10 миллиметров. Может быть, из-за этого не клюет. Но опять, я чувствую, я начинаю искать себе какие-то оправдания того, что почему у меня не клюет. Походу, сегодня я без рыбы останусь. Без вкусного головля. А вот и поклевочка моя долгожданная. Только бы не в кущери бы он зашел, и вообще было бы шикарно. Но похоже, он идет в кущери, в самые кущери. Блин. Давай. Блин, в кусты, сука, идет. Вот такой вот голавлик попался мне. Небольшой, но хоть такой, а то вообще, блин, дураком сидел. В общем, сейчас приходил Паша, поймал он там опять трофей, короче, в кущерях одни клюют. На полторушку, говорит, поймал. Но самца, а у меня маленькая, но самочка. Вот так вот. Сосед его тоже, короче, ничего не поймал. А я сейчас буду перебрасывать, что-то как-то коряво кинул, блин. Тут и так их несет, как фиг знает что. А если еще неудачный заброс, то как-то вообще сразу в этот, в камышек сносят на зацепы. В общем, пойду перебрасывать. А вон еще один рыбачок плывет. Но этот, правда, обнаглевший. Белым днем переправляется. Первый-то похитрее был, поумней. В потемках, как говорится, пока еще не рассвело, перебирался. А этот что-то подзадержался. Или клев плохой, или непуганный еще воробей. Но несет его, будь здоров, конечно. Все, пришел я к машине. Клев сегодня, блин, ну вообще, не то что отвратительный, ну никакой просто, просто никакой. Единственное, что порадовало, это вот если бы я был на охоте, день бы был бы вообще шикарный. Столько летало этой уток столько, ну просто тьма. Причем даже этот, два раза гусики пролетали, ну, правда, конечно, далеко. В общем, парни вот эти, которые рядом со мной, соседи, стояли, там, что они ловят, душмана, то ли еще что. Ничего у них там, ни поклевки, ничего не было. Я начал собираться уходить, приехал крест, сейчас будет разбираться там, что как. По поводу Паши, Паша поймал одного, сосед Паша ничего не поймал. Ну, я вот тоже одного поймал, и все, больше ни поклевки, нифига ничего нет. Что сегодня за день такой, непонятно. Единственное, хорошо, хоть дураком не просидел. То думал, бля, будут этот, все утро сосать вообще без поклевки, без всего. Бля. Нет, все-таки была поклевка, все нормально, вытащил. Да, невелик трофей мой. Но сковородочка, пускай и не полная, но есть. А это главное. Мой головлиный пост, так сказать, уже продолжается дальше.